Минувшее воскресенье 10 ноября в ходе драки в поселке Заречный от ножевого ранения погиб 15-летний школьник, ученик 10 класса. По подозрению в совершении данного преступления стражами порядка был задержан 17-летний актюбинец. Подробности инцидента в ходе брифинга сообщил начальник областного департамента полиции. По словам Атыгая Рыстанова, причиной трагедии стал конфликт между ученицей 9 класса школы номер 61 и ее одноклассником. Школьница пожаловалась своим знакомым на оскорбившего ее подростка. Те вызвали девятиклассника и его друзей на встречу. Вначале была драка один на один учащегося автодорожного колледжа и обидчика школьницы. После драки подозреваемый нанес ножевые ранения потерпевшему и еще двоим рядом стоявшим людям. Один из несовершеннолетних, также который живет в поселке Заречный, со двора дома у своего отца угнал машину ВАЗ-2110, и они попытались повезти в больницу потерпевшего. Естественно, подвезли к железнодорожной больнице, и там же его оставили, сами, естественно, уехали. Вот. Сотрудниками полиции данная автомашина была задержана. Уголовное дело по убийству возбуждено, по хулиганству. Подозреваемый задержан, водворен в ВВС, идет расследование. 670 несовершеннолетних были выявлены, доставлены вообще в органы внутренних дел с начала года. Около более 4000, например, правонарушений было выявлено совершенных несовершеннолетними. Но, однако, эти меры, они недостаточны, если не будет работы и, естественно, контроля со стороны родителей.